ну, более или менее раскатал эту кучу. Ну вот, это предпоследняя кучка. Еще одна. Вот она, мы ее сюда вперед растянем на территорию деревни уже. Вот какая картинка у нас получилась. Были кучки, стали лепешки. Вот и последняя. Сейчас эту кучку разгладит, останется только кипятком все кучки отморозить, позвать грейдер, и он сделает красивую дорогу. И все, красота будет. Воды в чайниках нагреем побольше. Сейчас, в общем, трактор разворачивается. Тут мы все уже разровняли и
Вот здесь вот мы будем выравнивать кучки. Вот эти все кучки будем растягивать туда дальше, где они там должны быть, вот эти. Так, он, в общем, едет уже в эту сторону. Немножечко сейчас. Подравнивает. Где может. Большие камешки останутся, никуда мы их не денем. Ничего страшного. Летом растает. Это вот что-то, ага, другая рука получился у меня артишный. Пусть он не мучает, но пока прервемся. Так, мы вот растянули эти все кучи. Последний заезд, наверное. С этой стороны. Ну как-то так. Попытался камешки разломать, тоже неплохо.
Все, наверное, на этом. Сейчас мы водителя отпустим. Ну все, его работа сделана. С водителем попрощались, подарили ему Новый Завет, визиточку дали. Сказали, что вся его работа будет на канале YouTube. Может смотреть. Он обрадовался. Ну и, в общем, поехал домой. Вот он 8 лет на нем работает. Как сел, так и работает на нем. Опытный. Все, что мог, сделал. Что получилось примерно. Следующая работа для грейдера. Опять же, насколько сможет, он выровняет и до лета. Подрастянет нам лепешки. Вот так. Ноября приехал грейдер, и мы тут пытаемся тут что-то сделать похожее. Все замерзло, конечно, но немножко то, что можно, мы разровняем, то, что у нас получится. На улице минус 15. Так, ну вот мы уже с этой стороны. Одну сторону прошли. Вот Иосиф мне помогает. Ну вот это зеваки. Толпа зевак, как обычно. Идет тяжело, потому что все смерзшееся тут вообще. Поэтому сейчас просто чуть-чуть подровняем, и все это до весны, в общем. Ничего мы уже не сделаем лучше. Так, ну все, прерываемся, впереди ответственный момент, потом еще раз выйдем на связь.
там. Обходим это место. Ага. Что у нас это вот закрыто все. Куба. И поехали дальше. Решили отцепить грейдер и сначала вот просто ковшиком тут расшевелить, значит, растинку, потому что, ну, невозможно ничего делать. Все мороженое. В общем, водитель опытный принял такое решение. Иначе мы тут ничего не сделаем. Мастерски заровнял все, бока подвинул, сейчас пока просто под грибалкой своей пытается подровнять, расшевелить, а потом уже напоследок грейдером. И там дальше вот тоже мы видим, ровненько все тут грейдер пока стоит. Трактор разворачивается с грейдером, значит, осталось два последних прогона. Сейчас уже будет выравнивать поверхность, по всей видимости. С боков мы подобрали на верхушку. И сейчас он
пока он тут едет, мы сейчас посмотрим. У нас вообще вид вот такой вот получился. Вот тут валуны, замерзшие камешки летом оттают. Мы уже работаем тут часа три, наверное, около трех. Вот это у нас щебенка железной дороги, тут два КамАЗа было. Вот, а дальше у нас даже видно тут разделение, чистенькая и такая. Все вот три камешки летом растают, это еще придется подровнять. Вот так дорога начинается со стороны деревни. А теперь он в ту сторону поехал. Сейчас он ездит посередине. Пытается выровнять левый край.
Ну все. Грейдер поехал домой, выполнив работу. Вот так мы с ним попрощались. Благодарили его. А вот что у нас получилось. Получилась ровненькая такая дорожка. До самой деревни. Вот так вот. Ну все, слава богу.